Всем привет! Доброе утро с не вершины мира, вершины вулкана, бывшего вулкана. Позади меня, там, где башня в тумане немножко ее видно, это Окленд. Я приехала на это остров в примерно 20 километрах на кораблике. Относительно новый, вот как, относительно новый, супер новый остров, он поднялся из воды всего лишь 600 лет назад. По меркам геологии это просто то, что бэйби, это новорожденный остров. То есть он чистая лава. Здесь есть несколько пешеходных маршрутов. То есть если посмотреть, вот сойти с маршрута, не знаю даже как это. Да, это скорее застывшая лава, такие камни. Очень здорово здесь прям. Я наснимала видео очень много в пути, как прям в сказке идешь. Необычная флора, то есть, я не знаю, как это описать даже. Лишайники, мох какой-то, даже деревья. И еще рано утром, то есть сейчас там, сейчас рано 9, я уже залезла на гору. С утра был такой туман, и поэтому все покрыто в таком... Сейчас начинают отходить потихоньку, но вот это вот все белое, это... Ощущение, что это облака. На самом деле не облака, это туман. То есть, когда мы плыли на кораблике, то есть вообще ничего не было видно, просто как в молоке плыли. И я надеюсь, что я пока здесь еще похожу, туман немножко спадет от солнца и будет лучше видно. Вот, но в любом случае очень красиво, наверное, даже интереснее так, с каким-то таким добавлением тумана. Вот, надеюсь, вам понравится видео, правда, очень захватывающий необычный опыт и так близко от города, поэтому я очень рада, что я приехала. Вот, наслаждайтесь, счастливо!